لماذا نعطي الفقراء الأشياء التي لا تصلح؟ Почему, говорит, мы раздаем беднякам вещи, которые нам не подходят? ولماذا لا نعطي الفقراء الأشياء التي نأكلها نحن؟ Почему мы не отдаем беднякам те вещи, которые сами едим? لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Не уверует ни один из вас до тех пор, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя. أنت لا تأكل إلا الطعام النظيف الذي لا تمس الأيدي. То есть ты сам желаешь кушать такую еду чистую, которую еще другая рука не прикасалась. А что касается бедняка, то есть отдать садаха, там хоть что можно отдать. То есть если кому-то что-то из бедняков отдать, то есть берешь чашку и складываешь всю еду, которая есть на столе, в одну чашку и отдаешь бедному. Ты сам так кушал? Нет, да, говорит, ты так не согласился. Как видел, говорит, некоторые люди делают даже вот чай, кофе вместе смешивают, отдают беднякам. Ты сам для себя так делаешь? То есть, когда, если ты желаешь что-то сделать, то есть бедному, старайся это сделать лучшим образом, да, то есть с уважением относись к нему. يقدر الله عليك يوم من الأيام تكون مكان هذا الفقير. То есть возможно по предопределению Аллаха в один из дней ты станешь как этот бедняк. نعم. فأنت الآن الطعام تحافظ عليه لا تبذر. زاد من الطعام شيئا إيش تصنع تحافظ عليه تجمله تضعه في أحسن الأواني ثم تقدمه إلى هذا الفقير. То есть надо поэтому относись бережно к еде, да, храни ее. То есть, если что-то остается из излишков, которые ты не можешь есть, положи это красивым образом, в красивую чашку, которая у тебя есть дома, и в лучшем образом подай бедняку. То есть, также, что касается одежды, которую, например, человек хочет отдать, как садака. То есть, раздает ее бедным, и она грязная, не стиранная одежда. То есть, ты должен ее постирать, погладить. بلاستيك في اسمه положить ее в пакет تقدمها يعني يظن حتى الفقير أنها جديدة. Так должен подать, чтобы бедняк подумал о том, что ты ему новое что дали. أما تعرف البعض يأخذها ويتسخ هكذا يجعلها ويرميها بوجه الفقير. أخذ. Или же неправильно, как некоторые дети говорят, берут, соберут всю в одну кучу, скидают всю грязную, кидают лицо бедняка, на, забери. لأن هذه صدقة يتبعها أذى. صدقة هذه يتبعها هذا نهى عنها الله سبحانه وتعالى. И давать садака подобным образом это то, что запретил Аллах سبحانه وتعالى. حتى إذا لم تعطي لو تكلم كلام طيب هذا خير. И говорит, и когда ты ему даешь, если он тебе сказал какие-то благие слова, то это благо. نعم. إذا ننتبه لهذا الأمر ونحن الآن بفضل الله تستطيع أن تتصدق بأشياء كثيرة لله الحمد. И в наши дни, говорит, мы, хамдулиллях, благодаря Аллаху, можем, говорит, давать садака многими вещами. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. الله بيدم الله لучшего صلى الله وسلم على نبينا محمد.